друзья, вы на канале Милогим. Ребята, я вас поздравляю с 2024 годом. Желаю, чтобы этот год был для вас самым добрым, самым веселым, чтобы все ваши мечты сбывались, а желания исполнялись. И чтобы он был еще слаще, мы сегодня с вами используем вот эти красивые пиньяты и построим магазин сладостей и подарков. Лавку Деда Мороза. Ребята, в прошлом видео мы с вами сделали вот такие пиньяты. Эти пиньяты можно сделать без разных покупок, просто используя бесплатный пакет. Да, ребят, кто не видел это видео, я сейчас расскажу. Смотрите, у нас есть вот такие хлопушечки, которые я сейчас запустила. Вот она. Мы берем эту хлопушку, и, ребята, знаете, что я еще обнаружила? Это можно сделать с любым клеем. Да, ребята, даже вот этот клей, который я взяла из тайника в зоомагазине, тоже работает, и у меня эти пиньяты прекрасно получаются, ребят. Я сделала это с помощью вот этого клея из зоомагазина. Сейчас мы первым делом с вами сделаем очень много таких пиньят и много оттуда сладостей сделаем. Я хочу просто, чтобы в нашем магазине было очень много сладостей. У нас будут здесь работать эльфы, которые будут складывать эти все сладости в кульки и будут дарить детям на Новый год. Так что у нас в магазине будут не только подарки, но и мешки со сладостями. Это будет очень-очень классно. Ребята, да, еще в комментариях многие спрашивали, как же я буду разбивать пиньят. Ребят, я в видео все показываю, поэтому, ребята, смотрите видео до конца, чтобы не пропустить самого главного, потому что в этом видео тоже буду показывать очень много всего интересненького, секретики, лайфхаки, которые вы мне пишете в комментариях, и не только. Так что первый секрет — это то, что это работает с любым клеем, даже обычный клей из зоомагазина работает вот с этими хлопушками, которые мы взяли из серебряного набора «Последнее обновление». Ты можешь этот набор забрать в магазине, он абсолютно бесплатный. Ну все, ребята, я сделала пиньяты, сейчас будем вышибать конфеты из них. Вот с помощью этого меча. Меч находится в торговом центре на втором этаже, где игрушки, аниматоры. Там, ребят, где у нас поезд еще катается и есть радужная пианино. Все, я разбиваю все эти пиньяты. Смотрите, сколько конфет оттуда вылетает. Я хочу, чтобы побольше попалось, конечно, сладких леденцов. Смотрите, какой единорог бронирован. У него столько всего было внутри. По-моему, самый вместительный — это единорог. Очень много конфет он вмещает. Шоколадки полетели. Еще... Давайте вот так будем складывать в стопочку одинаковые сладости и будем их раскладывать, чтобы у нас было красиво в магазине. Мне в комментариях написали, что теперь персонаж не может есть сразу целую кучу еды. Да, ребята, это так. Мы теперь только нижнюю съедаем, а остальное все опять у нас в руках появляется. Вот, ребята, смотрите, сколько я всего сладкого здесь уже набрала. У меня очень много котиков желейных и вот таких рафаэлок. И в ящиках смотрится просто классно. Вау, витрина будет очень крутая. Дальше вот такие разноцветные котики. Давайте их раскладывать вот сюда. Я, кстати, батончики открыла, смотрите, они смотрятся открытые, очень красивые, такие шоколадные. Плитки шоколада тоже очень классные. Такой красивый молочный шоколад, так и хочется его скушать. Давайте его вот сюда в серединку положим. Наши эльфы будут брать и складывать все это в кульки для детей. Очень круто. Все, ребята, последняя шоколадка. И вот такие карамельки тоже очень красивые, ребята. Они как будто бы такие стеклянные. Можно, интересно, их, кстати, на елку повесить или нет? Проверим с вами в этом видео, потому что мы сюда еще елочки принесем. Ну и мои любимые — это вот такие классные леденцы. Они очень красивые, ребят. Обожаю леденцы. У меня даже на шапке канала, ребята, леденцы нарисованы. Все, красота какая, мне уже нравится. Здесь я батончики не стала открывать, здесь я их открыла, и у меня теперь большое разнообразие. Ну и, конечно, фрукты я тоже буду оставлять, потому что у нас в кульках всегда еще и фрукты попадаются. Поэтому, ребята, обязательно их оставим, у нас должно быть очень много всего. Ребята, мне еще в комментариях написали, очень многие расстроились, что у нас теперь нельзя дублировать одежду для малышей. После обновления баг пропал в садике, теперь нельзя дублировать одежду на малышах, но я хочу вас развеселить, ребята. Так, куда мне котиков положить, не знаю, а вот ананас можно, в принципе, убрать вот сюда, и котиков в эту корзиночку спокойненько. Так, ананас запрыгивает туда. Ананас не хочет, придется его скушать. Смотрите, ребята, если я беру целую гору вот этих желеек, я съедаю только нижнюю штучку. У нас было все, персонаж съедал, теперь только нижнюю штучку. Ребята, я перезашла, смотрите, у меня опять появились пиньяты, они возвращаются. Это очень прикольно, если вы выходите из локации и заходите вновь. У меня просто зависла эта корзина, и я не могла в нее ничего положить. Да, ребят, в эти корзины очень сложно что-то складывать. Вот, сейчас вроде заработала. Котики, куда вы прячетесь?
единорог так смешно спрятался за эти корзины. В принципе, он может там сидеть, как украшение. Правда, он так выглядывает прикольно. Мне даже это нравится, и я его оставлю. И мне кажется, ребята, это единорог поедает этих желейных котиков. Он их себе в животик набивает, а потом мы будем выбивать их из него. Вот какой хитрый единорог. Любит сладкое, но он же радужный, ребят. Поэтому он ест исключительно сладкое и ничего другого. Пиньяты я хочу поставить вот сюда, они здесь очень классно выглядят, как будто бы это уже готовые кульки для детей, которые мы будем дарить. Мы с вами уже такой магазинчик делали, но у нас не было столько предметов новогодних, сейчас их очень много и магазин получится еще более классным. Здесь у нас будут готовые подарочки стоять, а уже дальше мы игрушки с вами распакуем и будем делать игрушечный стеллаж. Но стеллаж будет непростой, он тоже будет очень крутой, поэтому, ребят, смотрите видео до конца и обязательно увидите. И, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы получили в подарок. Кому уже подарили подарки, ребят, пишите в комментариях, что вы получили, какие интересные, может быть, игрушки, может быть, какие-то интересные вещички, будет классно прочитать. Как вы думаете, ребята, будет у нас еще обновление или нет? Пишите в комментариях. Мне кажется, еще будет. Мне так понравилось. Я хочу еще и четвертое, и пятое, ребята, и десятое, чтобы каждый четверг у нас было шикарное обновление. Вы, наверное, ребят, заметили, что обновление у нас каждый четверг. И это очень-очень круто. Ну все, ребят, смотрите, подарочки мы с вами поставили. Вот так они круто выглядят. Ну а теперь будем делать все то же самое, только еще игрушечки добывать. Но сначала мне нужно сделать стеллаж. У меня вот здесь будет стеллаж для игрушек. Мне нужно его срочно сделать. Я беру подарок и иду к мальчику, который аниматор в торговом центре. Ребята, смотрите, она мне машет, и у нее в руке тоже пиньята. Весь город теперь в пиньятах и в сладостях. Это очень прикольно. Ладно, давайте попросим у него стеллажики, вот это стеллажи, я их прошу, мне они нужны, я из них буду делать витрину. Я, кстати, уже показывала, как это делать, это очень легко и просто, сейчас мы с вами быстренько это все сделаем. Мне написали в комментариях, что у девочки пропал меч, и она теперь не может разрушить пиньяту. У меня такое было, просто поищи в игрушках, может быть, он где-нибудь в игрушках, потому что здесь их очень много, и бывает, что меч теряется, поэтому я надеюсь, что ты найдешь этот меч в игрушках. Ну все, ребята, складываем подарочки под елочку. У меня еще елка, оказывается, была в этом подарке. Так прикольно, как будто бы под елкой подарки лежат. Все, мы взяли очень много витрин. Теперь отправляемся за коробками в обувной магазин. Все, ребята, я думаю, достаточно. Смотрите, сколько коробок я сделала. Закрываем нижнюю коробочку, берем и понесли. Ну все, теперь подарочки туда ставим. Вот сюда на первую, здесь еще одну. Дальше через две. Ставим подарочек, вот так, раз, два, на третью. Все, открываем и смотрим, что получится. Открываем витрины, смотрите, какая красота уже у нас получается. Если лишняя коробка, ребята, можно, в принципе, ее убрать и вот эту щель убрать. Смотрите, я вот так сделаю, закину обратно эту коробочку, открою и все. Вот, ребята, так-то лучше, красота. И открываем еще две витринки, ставим их вот сюда. Смотрите, что происходит. Мы закидываем друг друга подарками, ребята. Я просто нажимаю без конца на это действие. По-моему, она зависла. Еще вот такие классные вещички. Все, ребят, забиваем наш стеллаж. Вертолет не помещается. Его, в принципе, можно и вот сюда поставить. Зато вот такие мягкие игрушки очень классно здесь смотрятся. Вот, ребята, смотрите, какая витрина получилась. Мне пришлось сходить в торговый центр, потому что попадается очень много повторок. Я просто взяла еще игрушки в торговом центре, которых у меня нет. Классно, правда? Очень красиво. Классный стеллаж. А еще прикольно сделать вот так. Смотрите, елочку ставим вот сюда, закрываем, и елочка у нас там прячется. И она может вот так открываться, закрываться, как будто бы кукушка выглядывает. Мне очень это понравилось, нужно сейчас ее нарядить. Смотрите, какая красота, очень такая смешная елка получилась, радужная, прикольная. Ребята, я знаете, что придумала? На этом стеллаже у нас будут носочки, потому что, ребята, нам нужно же упаковывать куда-то эти сладкие подарки, и здесь у нас будут эльфы брать носочки, чтобы все конфетки туда складывать и отправлять детям. Поэтому сейчас я все эти полочки забью вот такими носочками, это будет очень красиво смотреться. Можно взять носочек, упаковать туда много сладостей и отправить детям с санями. Но мы сейчас еще сани сделаем. Вот здесь у нас будет не машина, а будут сани
Дед Мороза, это будет очень-очень прикольно. Делаем на эту витрину классные новогодние пряники разные. А еще, ребята, сюда можно сделать сладкие палочки карамели, тоже на витрину поставить. Ну и, конечно, леденцы положить. Они тоже очень-очень классные. Вот, ребят, смотрите, какая классная витрина получилась. А вот сюда можно поставить эту тарелочку с палочками. Красота! Елочку, ребята, мы одну поставим вот сюда, но у меня мусорку нечаянно влетела, смотрите, ну ничего страшного. Под нее поставим гномика, вторую елку я поставила вот здесь, и небольшая елочка. Я, ребята, небольшие елки взяла, можно, в принципе, вот сюда ее поставить, возле входа. Ребята, вот сколько я подарков у него взяла, очень много, палочек будет много, и у нас будет красивый сладкий заборчик, идемте украшать. Открываем все эти подарочки и достаем палочки. Вот, ребят, смотрите, сколько палочек. Вот так в ряд их друг с другом ставим, и у нас получается очень красивый забор из сладких карамельных палочек. Мне это очень нравится, выглядит очень красиво. Ребята, возле входа еще будет встречать снеговичок наших покупателей. Поэтому у этого молодого человека сейчас возьмем цилиндр и слепим снеговика. Я хочу его слепить вот в этой локации. Я здесь, кстати, еще ни разу снеговика не лепила. Интересно, здесь можно лепить снеговика? Да, ребята, можно. Давайте слепим его. Оживлять, ребята, я пока его не буду, потому что я потом не смогу его перенести. Давайте уже на месте его оживим возле входа в наш магазинчик. У меня коробка опять съела шляпку. Давайте сделаем так. Что новогоднее у нас есть? Я хочу мышку, не знаю почему. Я захотела мышку. Все, шапочка вылетела, и наш снеговичок готов. Все, теперь он будет стоять возле входа, и вот так будет приветствовать всех наших покупателей. А еще мне нравится, ребята, когда он, знаете, что делает? Машет, у него такой звук прикольный, он так классно пищит. Очень прикольный снеговичок. Мне интересно, ребята, сможем ли мы леденцы повесить на елке? Еще хочу попробовать карамельку туда повесить. Хоть бы получилось, пожалуйста, хочу такую красивую сладкую елочку. Нет, ребята, они не вешаются, но у нас есть с вами лайфхак, смотрите какой, сейчас мы его используем. Берем вот такую маленькую штучку, но она будет красивее всего смотреться, и вот так на нее делаем эти сладости, например, вот так, и можем теперь повесить их на елочку. Давайте попробуем это сделать. Вот сюда, смотрите, и можно, в принципе, повесить. Почему бы и нет, если вы очень-очень хотите, чтобы у вас была сладкая елочка. Я возьму, ребята, еще шоколадную плитку и возьму еще один леденец. Ну, мне нравится еще карамелька, ребята. Мне очень нравятся эти новые конфетки. Все, шоколадку мы вот сюда вешаем. И еще один леденец, допустим, немножечко вот так в сторону, чтобы было по-разному. Вот такая у нас сладкая елочка получилась. На эту витрину, ребята, я решила расположить открыточки. Они здесь очень красиво смотрятся, и каждый может выбрать себе открытку на Новый год, либо Дед Мороз будет ложить в кульки еще и открытки для детишек. Смотрите, какие они классные, очень прикольные открыточки. Можно, кстати, некоторые вот так открыть, чтобы они были с другой стороны видны, смотрите. Если их открываешь, то видно, какие они с другой стороны. Вы у меня в комментариях спрашивали, где у нас все письма. Есть, ребята, письма в этом магазине, они были на этом стеллаже, но еще у нас есть два классных письма в деревянном домике. Первое письмо находится вот здесь, где у нас девушка за столом сидит. Мы его берем вот такой с сердечками. И второе письмо, которое не похоже на него, находится вот здесь, ребят, вот такое радужное. Вот, ребята, смотрите, два письма мы вот на эту верхнюю полочку ставим. И мне еще нравится вот эта записочка, которая вся в снегу. Поставим под елку мешок с подарками, гномика на передний фон, а мешочек вот сюда. И здесь я хочу, ребята, сделать упаковку для подарков. Кто захочет, может сразу упаковать прямо здесь, не отходя от кассы. На этом стеллаже, ребята, у меня электроника. У нас здесь такая пчелка электронная. А еще я хочу вот сюда сделать рамку, фоторамку, чтобы закрыть вот этот стеллаж, потому что он мне, по идее, не нужен. Здесь такие недовольные лица. Все, смотрите, уже очень даже красиво. А еще, ребята, можно делать вот так. Например, мы вот сюда ставим подарочек открытый, и нам нужно что-то упаковать. Давайте выберем какую-нибудь игрушку. Например, так, что я хочу упаковать сейчас? Например, вот эту ламу красивую. Давайте попробуем это сделать. Вот сюда на конвейер ее ставим, и она вот так едет, 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 и сейчас подарочек упадет. Это будет очень прикольно, смотрите. И все, и мы можем ее вести. Только нам здесь машина не нужна. У нас здесь будут сани, Дед Мороз. Поэтому мы все это убираем с вами, все эти коробочки убираем. Когда мы уберем все эти коробки, то машина сама прекрасно отсюда уедет. Все, ребят, убираем лишние коробочки, и сюда мы будем сани Дед Мороза сейчас делать.
Сделаем, ребята, гирлянды еще возле входа. Здесь я сильно большие не буду делать, но мне нравится все-таки вот эта золотая гирлянда. Давайте ее вот сюда, возле входа, звездочку сделаем. И с елочками гирляндочки тоже я очень-очень люблю. Давайте вот такую небольшую гирляндочку, чтобы она елочку особо не перекрывала. Все, ребята, красота какая у нас с вами получается, просто шикарный магазинчик. А вот этого гномика можно поставить вот сюда, под эту елочку. Вход просто шикарный получается. Здесь у нас подарочки, здесь мороженое, я его убирать не буду. Здесь у нас будут расти мандарины, которые мы будем класть тоже в кульки новогодние, потому что витамин С, чтобы не болеть, ребята. Были здоровые, веселились и плясали под елкой. Ребята, я уже собрала всех гномиков, и здесь у меня сани. Давайте их распакуем прямо вот здесь, где они будут стоять. Сюда мы будем загружать все подарочки. Ставим подарок вот сюда, и сани вот здесь стоят. Смотрите, как прикольно они стоят вот за этой ширмочкой. Это очень классно. Ну все, ребята, смотрите, можем закрывать, и они там через окошечко их видно. Это очень-очень прикольно. Ну а теперь, ребята, переоденем наших работников. Они должны быть эльфами. Сейчас я достану одежду, и, ребята, у нас дубликат, который перестал работать в садике, работает в других локациях. Если вы, допустим, меняете локацию местами, давайте сейчас попробуем это сделать. Я возьму малыша и с ним буду ходить, ребят. Мы с вами это уже делали. У нас это видео есть, где мой любимый Дед Морозик. Дед Морозик, приветик, мне нужна твоя помощь. Давай будем сейчас дублировать одежду для эльфов. Я возьму, ребята, коробочку. У меня здесь есть коробка. В магазине их просто мега много. У нас малыши могут держать коробки. И я в эту коробочку все сложу, всю одежду, которая мне нужна, чтобы ее задублировать. Вот одежду эльфа, например, носочки и вот такие ботинки. А также мне нужна еще одежда для мальчика-эльфа, потому что у нас тут тоже мальчики работают. Костюмчик, носочки, ботиночки, ну и, конечно же, колпачок. Все, ребята, поехали дублировать. Меняем локацию. Мне писали в комментариях, что можно еще это делать в деревянном домике. Давайте попробуем, проверим, потому что в детском саду говорят, что уже не работает. Ну ладно, давайте здесь тогда это делать. Вот так берем с малышом, идем и потом меняем локации. Так, вот здесь я постояла, потом я возвращаюсь обратно в ту локацию, и здесь у меня должна быть коробочка. Давайте еще раз попробуем. Ребята, не работает ничего. Хорошо, давайте попробуем вернуться в магазинчик. Вдруг там у меня одежда задублировалась. Я возвращаюсь обратно в магазин пчелку. И здесь у нас должна быть еще одна коробочка. Да, ребята, это работает, и дубликат у нас до сих пор работает. Круто. Ладно, давайте тогда вернемся в деревянный домик, посмотрим, там у нас получился дубликат или нет. Так что пока что работает дубликат между локациями. Это очень-очень классно. Смотрите, здесь коробочка есть. Делаем из нее эльфа. У нас у девочек, по-моему, зелененькая вот такая. Ну, в принципе, не имеет значения. Можно и хоть такую, ребята, надеть. Носочки на нее надеваем. Платьишко. Итак, это у нас для мальчика ботиночки. Ну, все, в принципе, она у нас готова. Давайте сейчас еще мальчика найдем. Так, это девочка. Давайте, у нас Дед Мороз уже появился. Сейчас будем подарки упаковывать. Вот этого мальчика тоже переоденем в эльфа. Остальные у нас здесь девочки. На него наденем ботиночки. Вот такой костюмчик, носочки и колпачок. У нас новое письмо написали. О, хорошо, давай, я его передам сборщикам. Ну все, я побежала, мне еще нужно много елок оббежать, чтобы письма новые собрать. Ладно, пока, я буду собирать письмо. Так, что нужно, давай прочитаем. Дедушка Мороз, я хочу новую игрушку и много сладостей на Новый год. О, ну с этим мы, конечно же, справимся. Ладно, если много сладостей, то мы возьмем очень много классных сладостей. Возьму обязательно вот такие карамельки, а также леденец положу. Конечно, вот такую новую конфетку и немножечко желеек. Я думаю, достаточно. Ну ладно, еще батончик вот такой возьму с розовым кремом. Так, единорог, отойди немножечко в сторону. Вот такие сладости, я думаю, что понравятся обладателю этого письма. Ладно, еще положу пряничного человечка-девочку. Я думаю, что эта девочка написала, потому что письмо очень такое розовенькое. Ну что там, новое письмо? Да, новое письмо пришло. Держи, собирай игрушки. Я уже сладости собрала. Ну давай мне их, я их буду складывать. Да, я пойду, там, наверное, новые письма.
Так, сначала я сладости сложу в носочек. Какой носочек выбрать для девочки? Мне кажется, ей понравится вот такой с Дедом Морозиком. И все сладости в этот носочек складываем. Ну и, конечно, пряничную девочку тоже для нее положу. Я думаю, что ей понравится. Ну а теперь будем выбирать игрушки. Так, если эта девочка, ей понравится что-то очень красивое и миленькое. Давайте ей подарим... О, авокадо! Ей точно понравится авокадо. О, а тут еще что-то написано с другой стороны... Дед Мороз, а можно мне еще телефон? О, ничего себе! Ну ладно, все-таки Новый год. Ладно, еще телефон ей положим. Ну все, бежим на упаковочный пункт. Ну что там у тебя? Я смотрю, у тебя очень много всего. Да, здесь очень много подарков заказали. Вот, держи, упаковывай. О, ничего себе, какие красивые подарки. Ну ладно, упаковываю. Я уже и подарок приготовил. Вот такой красивый. Что еще? Держи еще сладости упакуй. Ладно, хорошо, упаковываем еще и сладости в подарок. Так, коробочка, давай, закрывайся уже. Нам нужно торопиться, там еще целый список подарков новых приехал. Вот, готово. Хо-хо, молодцы, хорошо справляются со своей работой. Как быстро подарочки собираете. Ну ладно, вы не отставайте, у нас еще много впереди подарков. Загружай их, Саня. Новое письмо, новое письмо. Давай-давай его быстрее, новое письмо, это всегда очень хорошо. Я бегом собирать, давай. Так, читай, что написано в письме. Дед Мороз, я хочу новую машинку, новые наушники и много сладостей. Но это мы, конечно, исполним. Положу еще карамельную палочку вот такую, ему понравится. Что, новое письмо? Да, новое письмо. Ему нужно машинку новую и еще наушники новые. И вот я уже ему сладости собрала. Ну все, бегу игрушки собирать. Так, сначала упакую сладости. Для мальчика я возьму со снеговиком, вот такой. Туда все упаковываем сладенькое. Ну и, конечно, не надо не забыть палочку карамельную. Ну а теперь будем подарочек упаковывать. Он хочет новую машинку. Так, какие у нас есть машинки? Вот такая, грузовичок, так. И вот такая зелененькая. Ну давайте выберем грузовик, он очень красивый. А еще новые наушники. Я, наверное, ему зелененькие положу. Все-таки они новогодние. Вот, держи, тебе подарки на упаковку. Да-да, давай. Сейчас коробку приготовлю. Для мальчика вот такая подойдет, зелененькая. Ну все, давай сюда подарки. Так, сладости, ну и наушники. Готовы, ну все, подарок очередной готов, иду загружать. Молодцы, молодцы, эльфы, хорошо подарки собирайте. Я скоро вернусь, пока готовьте следующие подарки. Все, полетел, подарки разводить. О-хо-хо-хо. Вот такой, ребята, у нас классный магазинчик получился. Его можно использовать не только как фабрику подарков Деда Мороза, но и как просто классный магазин с красивыми витринами, с красивыми сладостями. Ребята, вам хорошо отдохнуть на новогодних каникулах и просто классно провести время в эти праздники. Всем спасибо за просмотр, всем классного настроения и встретимся, как всегда, на канале Мелогейм. И всем пока-пока!